несколько собачек, я собачек люблю, но... А у нас это, наоборот, первая. Да? Внучка из-за внучки, она 7 лет ждала. А и Дед Мороз? На квартирах жили, ну и не позволялись. Малышу Цефасу всего несколько месяцев, а он уже уверенно себя чувствует на новой площадке для выгула собак в микрорайоне Новогорск. Жители давно мечтали о месте, где можно было бы дрессировать своих питомцев. Поэтому на одной из встреч с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» выступили с инициативой установить у себя на районе вот такую площадку. А затем активно проголосовали за нее на сайте «Хижонлайн». Депутат городского совета депутатов Александр Якуш совместно с представителями администрации и сотрудниками комбината по благоустройству и озеленению провел осмотр территории и пообщался с жителями. Площадка сделана в короткое время с соблюдением всех норм, и жители регулярно ходят, причем довольно, как правило, две группы. И те, кто имеет собак, они здесь выгуливают собак, и довольны те граждане, которым собаки не мешают в другом месте, потому что все-таки в основном граждане боятся собак и стараются, просят, чтобы площадка была создана. Посетили в микрорайоне Новогорск и дворы, в которых этим летом проводилось благоустройство территории. Это еще одна инициатива, выдвинутая в рамках движения общественной поддержки. Помимо программы «Мой двор» была реализована программа по капитальному благоустройству придомовой территории, то есть тут произошла замена асфальтового покрытия, установка ограждений, установка новых урн, лавочек и так далее. Так пока вроде жители довольны, есть небольшие пожелания, это мы уже будем в ходе весенне-летних работ с ними совместно производить.